Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Ну вот, начал наш товарищ штукатурить наши стены. Вот. Тут разный цвет, потому что у меня оставался Родмонд штукатурки, ну, мешок небольшой. Вот. И он использовал потом, начал сначала белым, там у него полмешка оставалось от маяков, которые он выставлял. Вот. И поэтому сначала у него получилось белое пятно, потом черное пятно, и потом белое пятно. Вот. Значит, что сделано? Ну вот, как бы за полдня сделана одна стена и еще чуть-чуть. Не знаю. Конечно, очень он медленный товарищ. Очень медленно все делает. Он сам признается в этом, что он медленно работает. Вот. Видно, уже все-таки силы не те. Человек на пенсии. Я думала, это он помоложе. Он когда пришел, ну, правда, было написано 20 лет работы в строительстве и так далее и тому подобное. Сейчас, конечно, смотрю, я чувствую, что там 20 лет и не пахнет. То есть человек, видно, не так давно освоил эту профессию строителя. Может, на пенсии. И поэтому у него как бы... Получается, ну, все вроде как по правилам делает, выставил вот маяки, да, то есть по ним все, правилам делает и так далее. Вот, ну, как-то, не знаю, очень неаккуратно. После него столько грязи остается. Ванну, благо, я заложила целлофаном. Тут бы, конечно, было не оттереть ничего. Мне приходится... Как только он уходит, ну, на обед или после него, то есть приходится все сразу отмывать, очищать, отскряжкрябывать, потому что потом, я чувствую, мы это все не отшкрябаем, нет, просто, ну, невозможно. Очень кривые стены. Вот тут, смотрите, сколько нарастил он по маякам. Вот, то есть, ну, прилично, там сантиметра, наверное, 2, наверное, он нарастил. Вот стены. Так что завтра у нас как бы 27-й, завтра последний день, чтобы хотя бы вот эту грязную самую работу сделать. Хотя потом, если мы будем плитку ложить, все-таки, ну, в том месте я решила над ванной сделать плитку, над ванной до потолка сделаю плиткой. Это точно уже. Я завтра поеду искать плитку, смотреть, что там будет, какая есть плитка, сколько стоит. Сколько уйдет денег, плюс же нужно будет плиточный клей. Поэтому я завтра все посчитаю, прикину, делать ли мне всю ванну плиткой или только зону над ванной плиткой. Все остальное, может быть, просто покрасить. Заштукатурена почти практически вся ванна, ванная комната. Значит, что у нас? Ну, осталось только тут, вот тут немного. Ванну, кто-то спрашивал, это говорил, ванну берегите. Так берегу. Вот для этого есть целлофан, накрываю целлофаном. Если бы не целлофан, она бы уже была вся уделана, потому что он очень неаккуратно все делает, очень неаккуратно. Хорошо, что на пол стелю тоже целлофан, потому что весь пол бы был уже уделан. Все везде стелю, потому что это... Я посмотрела, как он первый день работает. Решила, что надо стелить везде все. Вот сегодня везде у меня был целлофан постелен. Ну, я имею в виду пленка. Вот, поэтому как бы пол остался практически чистый. И ванна тоже. Сняли дверь. Вот. Такой у нас косяк страшненький. Тут он просто свое правило поставил, чтобы выровнять его. Итак. Наконец-то практически все заштукатурено. Три дня он штукатурил мою маленькую ванну. Сделал, конечно, если честно, очень неаккуратно. 20 лет стажа, что-то я не вижу в этом. 20 лет стажа. Штукатурка разная, потому, ну, цвета. Этот просто, видите, белые, темные, просто что-то штукатурки в городе вообще плохо со штукатуркой,
то ли все ремонты делают, то ли что. В разных магазинах приходилось покупать остатки. И поэтому, видите, она вся по цвету разная. Если честно, мне не нравится, как он это делает. Вообще не нравится. И очень долго. 3 дня. Вот. 3 дня он штукатурит, штукатурил стены. То вот тут вот не до конца еще доделал, там внизу. Смотрите, косяки какие. Я не знаю, я, конечно, завтра буду с ним разговаривать. У меня, чтобы такой косяк был, это вообще просто. Я такого никогда себе не позволяю. Смотрите. В общем, короче, смотрите, сняли мы дверь, и вот это, конечно, надо было все отбить и выровнять, если честно, вот эту пену снять, чистить, все отбить с кирпича, потом, конечно, все это выравнивать. Но он сказал, у него 20 лет стажа. Я посмотрю, будет ли он выравнивать это завтра или нет, или так собирается оставлять. Это, конечно, вообще... кошмар. Вот это называется «нанять людей». И не скажу, что дешево получается. Смотрим, что он тут наваяет завтра. Дети у меня приехали. Мы, конечно же, не успели. С такими темпами, как черепаха, конечно, ничего не успеешь. Вот. Сегодня ездила, выбрала плитку. Еще не купила, завтра поеду покупать плитку. Решила все-таки всю ванну делать плиткой. Вот. Купить надо завтра будет плитки. Завтра будет купить клей плиточный. Но тут наверху на потолке решила панели ПВХ. Купила уже лампочки. Ну, по электрику всю. Ну, вот. Панели вот завтра купить. Ну, в общем, короче, завтра поезжу по магазинам с утра. Все закуплю. И уже сейчас завтра с Егором надо в поликлинику. Короче. Вот. Ну, на этом все, дорогие мои друзья. До завтра. Завтра. Ну, не завтра, наверное, до послезавтра. Буду показывать, как мы начнем класть плитку. И какими темпами пойдем. Все, всем удачи. Всего доброго. До свидания. Всех благ.